на рефери этого поединка вцепился футбольный мяч. Слева у нас гости, справа хозяева. Нередко можно, да, прочитать внизу какой-нибудь шахматный копай Олимпик, а потому что в прошлом сезоне Олимпик как играл, и в этом сезоне команда остановила Пахтакор. Но он, с другой стороны, забуксовал-то коллектив Тимура Кападзе. Правда, сегодня у него, и в заявке на сегодняшний матч, в принципе-то там тоже все есть, кроме этого игрока. Вызвал его боксер Ашурматов, потому что последний является принимающей стороной. Это для них второе противостояние. В прошлом сезоне боксер Ашурматов побил. Всего лишь один раз он играл. 5-1. Так. Я ни на что не намекаю, но вот интересно посмотреть за этой прогрессией у Тимура Кападзе. Тимур Кападзе тоже использовал лишь одну ротацию. Смотрим за этой атакой. Нави штрафную площадь. Атака продолжается. Японцев. Штрафную площадь с мячом и бьет в дальний угол. Все это в прошлом сезоне мы видели, что против Олимпика очень и очень сложно было играть. В том числе Гранда. Режиссер возвращает нас к опасному моменту. Давайте за ним понаблюдаем. Ташмирзаев хорошо брал мяч, двинул с левой ноги. Убирал с правой, двигнул с левой. То, что в свое время, да? Йохан Кроев требовал от футболиста Барселоны. Одной ногой обрабатывал. Ю-21. Смотрим за этой атакой Олимпийка. Они приближаются к штрафной площади. Очень опасно. И здесь пора. Делать зрячую передачу. Передача пошла, но она была хоть и зрячая, не дошла до адреса. Друзья, теперь уже красная карточка и туда, и сюда работает. Неплохо у Турана складывается. Ташмирзаев не стал бить. Угостил мячом Абдурраимова капитана команды. Обратно получает мяч на весу вратарскую. Олимпик забирает мяч, судя по всему. Олимпик будет больше создавать позиционных. Что же касается Турана, вот такие вот очень режущие, острые, неприятные. А контратаки, выпады, сколько уже, один острый момент мы видели. Видели Турона, нанес Ташмирзаев, все. Это за предыдущую мяча, с левой ноги отправляет мяч в штрафную площадь. Ну, так себе, столько же, сколько и в столице было в свое время. Навес, удар, и ой, какой момент, а вратарь-то что смотрел? Давайте еще раз смотрим, навес, так, бум. Раз. Ой. наверное, да. На двоих. А вот это классно. И удар. Ну как же так по центру? Что вообще у нас такое творится? Ладно, смотрим дальше. Еще один хороший вроде бы момент наклевывался у олимпиоников. Но не прошел последний пас. Тем не менее, подбирают мяч. Олимпийцы, Буриев. Неплохо. А дальше... А дальше к штрафной площади приближаются ребята Кападзе. Удар. И снова мяч летит в руки Давровую штангу. Два момента острых создали хозяева и опасных. Центральным защитником. Вот за этот подарок. Не исключаю такой вариант. Смотрите, как он зашел. Тут прям красную дорожку ему постелили. Давайте еще раз смотреть. Классно, да, получился? Перевод направо и здесь. Здорово пробил по мячу Абдурраимов. И также здорово он им же угодил в рекламный щит. Почти шифер мог сломать. Но... Boshlandi. Jamoalar tarkibi bilan yana bir bor sizlarni tanishtirib o'taman. Mehmonlarimiz Toshkentning Olimpik jamoasi maydonda binafsha rangli libosda harakat qilishyapti. 13-chi raqamda darvozabon Hamidullo Abdunabiyev. Не знаю, команда его идет вперед. Гиясов приближает на штрафную площади. На Джалалединова обратно. Мяч получает. Гиясов здорово. И уже пора решать. Он делает... По-моему, это был прострел на ближней вратарской. Это к Ташмирзаеву. Призыв успокоиться. Хороший тайм второй проводит Джалалидина. Прострел на ближнюю и автогол случился от Чичинадзе. Интересно, как сейчас его фамилию склоняет мой коллега Эльдор Акиа Мустафоев. Еще более открыт. Давайте смотреть. Джалалидин выкатывает на Джианова. Джианов простреливает. Чичинадзе пытался. Не, ну что на него наезжать? Он же не специально забивал. То есть здесь забить было очень сложно. Здесь даже если был бы футболист Олимпика, вот на месте Чичинадзе, и захотел бы пробить и забить гол ворот Давронова, мне кажется, не факт, что он бы забил. А тут, ну, несчастный случай это называют.
Навес на дальнюю. Да. Ну ладно. Может, тут что-то получится у Турана. Они же в штрафной площади. Прострел. Удар! И мяч каким чудом сейчас не влетает в ворота Олимпика. Головушку его не седую, но... Еще раз смотрим. Хорошо. Расчертили все. Расписали все на своих местах. И удар тут. Рузиев у мяча. Вырезает мяч в штрафную площадь. Выше остальных выпрыгнул. Кажется, центральный защитник Олимпика. Обратно туда же. Теперь уже второй центральный защитник Олимпика. Сначала Абдумаджидов, теперь Рахим Джонов. Ну а теперь слово берет центральный нападающий. Пытается Гиасов убежать от коллег. Но если этот эпизод Олимпик не воплотит забитый гол, тогда я не знаю. Джиянов. Удар тащит голкипер. Еще один удар и... С огнем играет Олимпик. Просто с огнем. Но как здесь не попал в створ ворот? Да, непростые минуты для Тимура Кападзе, команда которого имела кучу возможностей после того, как она... Итак, мяч запустим в штрафную площадь. До Ахмедова дошел не сразу. Финзидана, два капитана. Читает Нарбеков. Отправляет мяч в штрафную. Вот это было испытание. Сейчас-то ёкнуло, а? Тимура Кападзе не показали. Ой, какой момент, какой рикошет. Все! Дорогие друзья, свистит рефери. Таким образом, Олимпик на...